Решение больших и малых проблем, возникающих в деятельности градообразующих предприятий, одна из приоритетных задач, стоящих перед руководством Ленинского муниципалитета. Для более глубокого и оперативного ее решения при главе района был создан совет директоров, куда вошли представители руководства крупных компаний, работающих на территории муниципалитета. Создание данного органа вполне логично. Подобные советы уже действуют в соседних городских округах и показали свою эффективность. Первое заседание прошло без протокола, в неформальной обстановке, за чашкой чая. Помимо Валерия Венцеля, в совете принял участие его заместитель Альберт Гравин, курирующий, в числе прочего, экономическое направление работы муниципалитета. Все вы проработали, или многие из вас в нашем муниципалитете, больше, чем вы. Много знаете, поделитесь. Мы люди договороспособные, умеем учиться, не только руководить, но учиться, признавать свои ошибки и вместе созидать, делать то, что необходимо на общее благо. Среди задач, которые призван решать новый орган, содействие в разработке и реализации планов социально-экономического развития округа, помощь в работе над целевыми федеральными программами по внедрению высоких технологий, повышение инвестиционной привлекательности территории. Глава муниципалитета отметил, что подобное системное сотрудничество предприятия и муниципалитета взаимовыгодно. Мы чувствуем ритм развития предприятия, мы чувствуем проблематику. Мы готовы принимать участие, как мы уже не единожды заявляли, при личных встречах и вопросах так называемого хозяйственного ведения. Да, там, и мы проговаривали про строительство дорог, там, ливневые канализации сооружения. И в том числе отстаивать интересы наших предприятий, правительства Московской области, все, что связано с земельно-имущественными отношениями, градостроительной политикой. Планируется, что следующее заседание совета директоров при главе муниципалитета пройдет в декабре.